дорогой Full HD приемник эфирного и кабельного ТВ-сигнала с медиаплеером. В этом видео поговорим о ресивере Эфир HD225. Комплект поставки включает сам приемник, обучаемый пульт управления, способный управлять как ресивером, так и телевизором, батарейки для него, а также аудио-видеокабель, блок питания и документация. HDMI кабеля в комплекте нет. На передней панели устройства находятся кнопки питания, меню и переключения каналов. Светодиодный экран для их отображения и порт USB для подключения внешних накопителей. Сзади расположились антенный вход, еще один USB-порт, выход HDMI, комбинированный аудио-видео-выход, коаксиальный выход и разъем питания. Второй порт USB предназначен для подключения Wi-Fi антенны, которую при желании можно докупить отдельно. С его помощью ресивер сможет выходить в интернет и показывать онлайн-контент. Без Wi-Fi модуля ресивер принимает только бесплатное ТВ-вещание в форматах DVB-T, DVB-T2 и DVB-C. Поддерживает функции ТВ-гида, паузы и отложенного просмотра. Встроенный медиаплеер позволяет проигрывать видео с флешек и жестких дисков. Таким образом, перед нами ТВ-ресивер, способный принимать не только эфирное, но и кабельное вещание, обладающий базовыми функциями медиаплеера и способный показывать онлайн-контент при подключении Wi-Fi антенны.